Пацаны, а вы знаете, что Честер повесился? Да. Так он повесился, не спрыгнул никуда. Не-не, он спрыгнул от обязательств, потому что у него было 6 детей. Ага. 6 детей? 6 детей. Ни хрена себе. А че ему? У него денег нормально. Чем больше, тем лучше. Он их кормил, что ли? А че ему надо-то там было? Там няньки, мамки, там все в порядке. Да не знаю, что-то забухал, приуныл, думаю, пойду. Да он торчал всю жизнь. Хорош. Сырал килограммами, говно всякое. Хорош. Ускорители. Вот читай интервью, я читал в Эсквайре недавно. Да, он наркоман был. Да, такой серьезный. То есть он в объеме, говорит, ничего не помнит-то, собственно. А это же все, что это. Я что-то вот последний альбом, вот только его начал там ковырять, что-то слушать, что-то мне вообще не понравилось. Да он и первый был такой же, и последующий. Нет, ну там как бы синглы. Ну я не знаю, штук 10 песен там можно надергать таких нормальных. Ну модные. Ну да, когда их крутят, хиты там. Из трансформеров. Еще там пару. На самом деле отзывы были ужасные на последний альбом. Да потому что есть ужасные. Я лично сначала подумал, что он просто от них уйдул себя. Но оказалось нет. Так а что? Ну там он какой-то вообще, да фиг его знает. Я после третьей песни уже больше его не стал слушать. Как будто там вообще все то же самое, что и было. Даже, по-моему, еще хуже. Как будто так. Хрен там все песни просто пиздец! Вот так. Вот все творчество. Блин, вот что людям не хватает? Вот почему? Вот денег же куча. Ну это потому что культура, она больная. Он там никаким раком не болел, ничем. Да это наркота. Там мозги сорвало. Там просто мрак. Спайс, что ли? Спайс, что ли? Да нет, такие хорошие фирменные. Ну то есть сидел Честер у себя в осьмике, говорит, курил спайсы, да, блин. Ну. А потом что? Бегал по Лос-Анджелесу там с закладками, да? Голый, как Панин, блядь. И дрочил, что ли, еще? Да я откуда знаю, что там делал. Панин, да, Панин, да. Я видел видос, да, он что-то там шел по улице, дрочил. Причем он был, блядь, как из Бухенвальда, блядь, такой, блядь, пиздец. Сначала подумал, что это, блядь, какой-то дурак, блядь. А потом сказал, что действительно Панин. Прикинь, идет такой крепыш из Бухенвальда и дрочит тебе на встречу на улице. Вот что ты ему скажешь? Здорово, мужик, или ёбнешь? Что бы ты сделал? Это один. Шоу сюда было. Какое нахуй шоу, блядь? Там шоу было, блядь, не улица, блядь. Шоумен. Ну, шоумен, шоу. И что, на этом типа пиар делал, шел по улице голый и дрочил? Ну, а чё? Нет, тебя спрашивают, ты бы его что сделал? Ёбнул или мимо прошел? Вот прикинь, у тебя вот возле дома там ходит такой придурок, холый, дрочит. Да каждый день такая хрень. Ага. Около моего дома. Приходи, посмотришь. Да я так-то могу к своему тебя сводить. Там такая же хуйня, только возле мусорки. Внучку Евдокии. Вон там, к Вите Агыгинскому дому. Там можешь подойти. Да, к Рымбозиному. У Рымбозы ты видал там, у Рымбозы на мусорке? Там же вообще пиздец, короли сидят. Бомжей. Вокруг них такая свора этих собак там. Ваш там знакомый. Пауша. Ваш, Паша. Паша там, ну, да, руководит там ими. Они ж там это... Друг мой лучший. Детство. Там же история была вообще лихая. Они там, короче, сидели как-то вот этот Паша со своими там бандитами с помойки, помоечными там. Ну, я не знаю, как они там у них, я не знаю, по масти, кто они там, блядь, кто там король, кто там шнырь. Ну, с пехотой со своей сидел он там, да. И вокруг собаки вот эти вот. Дело возле Рымбозиного дома происходило. Ну, мне и кажется, до них там полиция докопалась, типа, чего вы тут распиваете спиртное? Ну, хотя это время уже ночь была, они могли, ну, просто так, протокол, уж надо там как-то план там делать. А тут на них, не знаю, может, у них знак какой-то есть специальный, там, может, пальцами там он там щелкнул или там, типа, что-нибудь там показал, эти псы как сорвались такие. Как давай их драть там. Красиво. Я не удивлен. Короче, они отбились там от этих собак. И давай там предъявлять им. Вы что тут охренели совсем? Собак на них, на нас спускаете. Они такие, это не наши собаки. Что вы взяли-то? Тут какие-то бродячие псы, блин. Они тут сидели, ели, да и мы сидели. Ели, что тут пили.
Ну, короче, не смогли они пришить там ничего. Самое интересное, они ели как, друг друга? Нет. То есть, собаки доедали какого-то бомжа, а бомжи доедали собак? Ну, у тебя вечно вот все туда несет тебя вот в эту степь. Бомж, он тоже человек, понимаешь, дело в чем? Причем, блядь, человек такой оказался довольно хитрый. Ну, подожди, я знаю, вот, допустим, это просто не бомжи, это клошары. Ну, у павлина, да. У него есть квартира, у него все в порядке, на самом деле. Он но он не хочет живет. Работать, ему так интересно живется. Ну да, потому что я на своей мусорке вижу вот их, они вот с утра подходят там. И он не такой, он... О, сегодня они тащили, короче, блядь, музыкальный центр. Он не вонючий, не вот эти, знаешь... Не сали там, куда надо. Правильно? Да. Он не вот этих, он не... Саша же ключ с ними кружился как-то целую ночь, он рассказывал, да. О, интересно. Он говорит, я с ними там по всем помойкам прошелся, там, блядь, вообще пиздец. Он не бухал, он там своих этих индийских таблеток съел, ему не спалось, и он с ними кружился всю ночь. Вот этот приключение. Вот этот вот павлин, говорит, такую руку в карман засовывает, вытаскивает оттуда такой молоток. Такой, зачем он у меня? Не помню, короче, я такой, кровь не помню. Не помню, такой чик молоток обратно спрятал, блин. Павлин, да. Вот у них там банда, блин, такая. Я знал, что на один ходил из со стаи собак. Ну, защищался, наверное. Сейчас других. Он набрал себе рекрутов. А где они зимой живут? Не знаю, где ты живут. Он... А, последний раз я его видел, когда на Симашке. Вот, на родину свою я заходил, он такой, Демьян, подожди, сейчас я тебе... А сам в помойке стоит, короче, там, сейчас, подожди, подарок найду, подожди, не уходи. И что-то там он роет на мусорке. Ничего, по-моему, не помню, что он подарил. Вот так живет, радуется. Его все, я помню, все очень уважали и побаивались. Понятно, да.